Охренеть, медведь пришел. Молодой еще. Джесси, не подходи к нему. Что-то жрет. Надо закрываться, короче. Вечерний клуб. Андрей Юрьевич с карабином. Мы просто не знаем, что делать. Охраняем безопасность людей. Прямо, ну, 15 метров, 20 метров. Пришел к нам медведь в гости к фермеру. Вот он, смотрите, кушает ягоду. Ну, безопасность людей дороже. Фермер уже на крыше. И Мишка кушает ягоду. Будем ждать, что скажут. Стрелять его или ждать спецслужбы. Снимаем медведя. Саша пошел его взбодрить. Санек, не рискуй лучше. Не рискуй. Ягоду поел, потом огурцы поел, говорит. Это он огурцы ест, да? Да я там собрал сегодня огурцы. Вот так вот, 10 метров. Вот Россия. За забором медведь ягоду ест. Народ гуляет, им говоришь, медведь. Они, ну и что? Зашли в калитку, сфотографировали с ним и дальше пошли. И нас еще кто-то хочет победить. Вот так в России. Зашли, селфи сделали и дальше пошли мимо медведя.